Господин Кирасава, добро пожаловать в Узбекистан. Рада с вами лично познакомиться с одним из самых известных, знаменитых режиссеров Японии. Благодарю за теплый прием. Нам известно, что вы снимете фильм об Узбекистане. Что это будет за картина? Сейчас я работаю над сценарием и думаю, в конце следующего года он будет закончен. Если говорить о сюжете фильма, то он построен вокруг молодого человека, который приезжает в Узбекистан. Поначалу он ничего не знает ни об истории, ни о культуре страны, но в процессе того, как молодой человек знакомится с Узбекистаном, он находит в нем нечто особенное. Думаю, в конечном итоге это будет драма. В каких городах вы уже успели побывать и какие ваши впечатления? Мы знаем, что вы уже с 29 сентября находитесь в Узбекистане. Сначала мы были в Ташкенте, затем выехали в Самарканд, потом посетили Бухару и Хиву. Программа была очень насыщенной. Мне очень понравилась природа. Особенно полюбилась национальная кухня. Больше всего впечатлила национальная одежда, разнообразие цветов на головных уборах. Отмечу школьную форму у детей. Это мне напомнило о Японии. Наши дети тоже носят подобную форму, удобную и скромную. Вы сказали, что вас впечатлила национальная кухня, национальная одежда. Это как-то отразится в вашем фильме? Да, я планирую, что в фильме мы расскажем как о национальной кухне, так и о национальной одежде. Добавлю, что до приезда в Узбекистан, а я здесь впервые, я был наслышан о национальном блюде – плове. Когда я в первый раз отведал его, мне очень понравился вкус этого блюда. Плов необыкновенный. Мы были в обычной чайхане и ели узбекскую лепешку. Ее вкус меня потряс. Я думал, что самый вкусный хлеб в мире – французский. На мой взгляд, лепешка ничем не уступает знаменитым французским булочкам, а может даже поспорить за первенство. Спасибо, нам очень приятно, что вы оценили вкус лепешки. Это правда. Было очень вкусно. Чтобы снять фильм о целой стране, нужно знать все о ее культуре, традициях, обычаях, в том числе и о быте народа. Как на ваш взгляд, похожи ли японские и узбекские народы? И чем? К сожалению, в Узбекистане я недолго, но могу сказать, что японцы и узбекистанцы очень похожи. Больше всего меня впечатлила скромность узбекского народа. В этом мы схожи. И еще узбекистанцы очень отзывчивые и доброжелательные. Когда вы планируете приступить к съемкам фильма, и что и где вы будете снимать? Нам очень интересно. Каждый город уникален. Пока я не могу перечислить все дислокации. Съемки планируем начать в апреле-мае месяце. Что можете сказать об актерском составе? Будете ли вы привлекать в съемки наших узбекских актеров? Главную роль исполнит японский актер. Второстепенные роли тоже сыграют наши артисты. Однако в фильме, безусловно, будут задействованы узбекские актеры. Видите ли вы какие-то еще пути или проекты по сотрудничеству с узбекским кинематографом? Думаю, это большой шанс не только для меня, как для режиссера и сценариста, но и хорошая возможность для других японских кинематографистов побольше узнать об Узбекистане, предложить свои проекты, наладив тем самым контакты с узбекской киноиндустрией. Сейчас в нашей стране большое внимание уделяется продвижению туристического бренда Узбекистана на зарубежных туррынках. Как вы считаете, какое влияние фильм окажет на формирование имиджа страны? Я считаю, что фильм окажет огромное влияние на желание японцев и всех тех, кто посмотрит его, посетить Узбекистан и его прекрасные города. Фильм будет продемонстрирован во многих странах мира и уверен, что он произведет на зрителей неизгладимые впечатления. Сейчас меня интересует такой вопрос. А где пройдет премьера фильма? В Японии или в Узбекистане? Я задумывался над этим вопросом. Конечно, мне бы хотелось, чтобы премьера проходила и в Узбекистане, и в Японии. Однако обычно подобного рода и масштабы премьеры проходят в Европе, Франции в частности, а потом фильм демонстрируется во всем мире. Когда нам ждать премьеру? И самый главный вопрос, как будет называться фильм? Название пока остается в секрете. Одно могу сказать точно. Слово «Узбекистан» в названии фильма будет присутствовать однозначно. Премьеру фильма планируем на весну 2019 года. Немножко отойдем от темы фильма. Хотелось бы обратиться к вашему творчеству. Откуда вы черпаете вдохновение и над чем сейчас работаете, помимо фильма об Узбекистане?
Сейчас я сосредоточен только на работе над фильмом об Узбекистане. Что касается вдохновения, то для меня это немного сложный вопрос. Конечно же, больше всего меня вдохновляют люди, города, в которых они живут, улицы, по которым они ходят, что они едят, о чем они размышляют и мечтают. Спасибо вам большое за то, что уделили время. Желаем вам вдохновения, побольше впечатлений об Узбекистане и ждем с нетерпением фильма. Благодарю за встречу. Ждите сюрпризов и выхода фильма.